Блін, Вітя, каже, ти всю програму напрошуєшся. Так, що ви, шашлик не їли? Так все, все, вже наче, Коля хлопнув. Не витрачайте грошей на розповсюдження брехні і маніпуляції. Пред'являйте, будь ласка, свої конкретні здобутки та програми. Бо в мене вже питали піська після деяких сенсів. Коротше, я не Кличко явно, це не київська мерія, це музей шоу Red Hot Chili Peppers, і ми починаємо. Ура! Що? Откуда это? Что это за... Ти відео у людей просто реакція на все. Піська прозвучала класно. Мне просто очень хотелось бы, чтобы здесь... Надо было предупредить, я бы был у той женщины, которая для... Блин. Я бы показал письку сразу. Ну, а что ты? Так, попросите Колю, Коля вставит просто. Коля, вот здесь вот должна стоять тетя, да? Да не тетю вставит. Сурду пере... Аж... Да ладно! Понятно. Кличко, кстати, красавчик. Я опять с ружьем. Он впервые, это ружье переходит уже из программы в программу. Из рук в руки. Он классно отреагировал на это. Он выступил, да, записал видосик и сказал, что сенсации бывают разные. Ось такие. Я не знаю, кого он имел в виду, вот таких. Что он смотрит, честно говоря, когда он говорит про такие сенсации. Не хизите, а про американское порно, наверное. Хоча, ну класна була взагалі. Наче пістолетик. Пістолетик юмора. Та куди пістолетик маленький? Пістолетик маленький такий. Слухайте, як це? Як у вас взагалі минув тиждень? Я, наприклад, радуюся дощам. А я по калюжах боса ходила. А ти що? А я на машині. Ти просто намок. Я? Да. А мене на цій неділі кинули на деньги. Ну, впрочем, ничего нового, да, ничего. Причем это очень крутая тема, OLX рулит. У меня два раза был кидок по OLX, один раз я знал, что меня кинут. Я шел прямо вот целенаправленно, шел на кидок. А сколько ты видал тогда гроши? 400 гривен первый раз я отдал. 400 гривен, пришел просто видать. Да, да, просто я увидел вещь, которую хотел купить. Я уже не помню точно, что это было. Но я знал, что я вот прям чувствовал, что я отдаю деньги, я говорю, меня кинут. Вот и все равно заплатил. Так ты у них в базе уже. Потому что у меня были случаи... Стопудовый лом. Да, да, да. Я высвечиваюсь. А базовый сайт... Такие, где взять 200 гривен? Лохи Украины. Лохи Украины. Нет. Но это было не лоховство. Человек выставил классное изделие, попросил мало денег, и я рискнул. И... Да, естественно. Вот. Но у меня были... Я покупки делал иногда удивительные. Большие выигрыши, Витя. А в этот раз вообще классика. У меня сломалась стиральная машина, я вызвал мастера. Он пришел, там что-то час, по-моему, ковырялся. Не знаю, что он там делал. Вышел, говорит, я все сделал. Я говорю, я такой уставший с работы пришел, говорю, да, сделал, молодец, сколько денег? Он говорит, 500. Я говорю, что до хрена. Он говорит, ну да, там помпа, что-то начал мне рассказывать, сейчас работает. Я говорю, ну хорошо. Я ему даю деньги, он уходит, я включаю стиральную машину, она не работает. Я ему звоню. Я открываю, там мотора нет. Он мотор себе. Знаешь, чего нет? Я бросил туда стирку, она не работает, он ее вытащил и унес. Сейчас обру. Стирку? А я вот реально поверил. А я поверил. Просто понял, Витя говорит, классическая ситуация. Вызвал этого ремонтика, приходит, короче, в голый в этом комбинезоне. Ну как такому человеку не поверить? Ну действительно, накачанный такой, подкачанный. Стираю. Я там уже все починил, малыш. Сколько с меня? 500 с тебя. Да и ладно. Не, Витя заплатил 500, иди побыстрее отсюда, пацан. У меня была похожая ситуация, только с холодильником. Ну как продукты вы, один в один. Ну не один в один, просто с холодильником. Купили жены холодильник, а нам в можно назвать это? А Коля сейчас. Короче, нам говорят, вот если придет наш установщик холодильника, установит холодильник, и тогда вы получите типа гарантию. Если нет, то гарантии не будет. Ну мы вызываем там 500 с чем-то гривен, приезжает маленький такой толстенький чувачок такой, заходит на кухню. Они просто смотрят сначала на того покупателя и такого же отправляют, чтобы ты понимал. Ну, я же высокий. А это низенький. А это низенький, да, я понял. Средненький такой.
Он такой обошел холодильник, такой посмотрел. Начинает наклейки сдирать такой. Сдирает наклейки, там же куча вот этих всех. Открывает холодильник, достает оттуда все, вылаживает. Такой, ну все, я пошел. А Танюха, ну, жена моя, говорит, так, а холодильник поставь? Такой, а, да, сейчас, раз, померил там вот этим вот углом. Такой, все нормально, все уходит. А Таня говорит, так там дверки будут открываться, будут лупиться подоконник. Он такой, а, да, раз, передвинул, ну, все. То есть выстраивал углом, потом через 2 минуты передвинул и ушел. Вот так. У меня тоже история была. Нет, я не хочу. Нет, все, нахер, твои истории. Так не моя. У меня у меня друга была история. Друга. Короче, прихожу я холодильник ставить. Ну зачем? Работал я с короче. Ну зачем так делать? Не-не, у друга была ситуация. Короче, он был очень уставший, короче, стиралка поломалась. А, переплюнул, да, ну хорошо. Ладно. Гранатку маленькую. Да, все хоть якусь цей там. Новинку розкажу. Новинку розкажу. Новинку, так, короче, задолбался коронавірус, прикинь, говорит, ну, бесит, короче. Да, я, короче... Опять не выучил, да, сына? Опять новость забыл. Да, не-не-не-не, заболела учительница. Заболевала учительница? Ты так сказал? Не заболела. Заболела. Ну, может быть, и второй вариант, я не знаю. Я не знаю, может быть, потом от коронавируса такая штука. Вот, и ходила в школу, как бы, и зная свой диагноз. Она директор. Она директор. Ты вообще... директор. Как ты только что сделал? Подожди. Да вообще, я тебе скажу, надо готовиться. Это директор школы пришла, зная, что у нее... И вообще это было в Киеве. И вообще-то в Киеве было. Я же сказал, что это было здесь. И вообще это было в 17-м году. Я вообще не сказал. Это был не коронавирус, а свинячий грипп. Вообще у нее ветрянка была. Свинка вот эта. Слушай, ну хорошо, ладно. Пришла директорка. Правильно сказал? Да, директорка, да. Гендерна рівність. Какая ревность? Мале! Братан! Ты с Танью как себе сойдет, не идет. Ну, она ж прическа. Братан, все нормально, не парься, все хорошо. Я думал, ты не выспалась так. Харламова старалась. Пришла в школу с короной и знала, должны посадить в тюрьму. А ты тоже хорошо новость знаешь, да? Вот так рассказывай. Так он нахуй не знает, он придумывает. Посадить! Вышку дадут ей вообще. Да я посадок! Не спорте. Кримінальну справу мають на неї порушити за порушення карантину. 16 чоловік під підозрінням, ми типу, що це теж коронавірус. Після неї? Ну так, тобто вона там несла світле, чисте і красиве в маси, в общем, ділилася з зерном. А, так от є моє білье, яке я стирав, от туди вона несла. Короче, наділилася з людьми, всім, все, що мала. Каже, це вам. Як Сухомлинський, серце віддавала дітям, коронавірус віддавала дорослим. Тепер учителя думають такі, понятно, почему у нас педрада каждый день была. В Аргентине, в городе Сан-Лоренцо, ну это не важно где, пастырь, протестуя против обновленных правил карантина, переформатировал церковь. Да, писька. Под, как вы думаете, под что? Варианты ответа. Что переформатировал? Церковь переформатировал под вариант... Под мойку. Нет. Че вину пропадать зря? Под коронавирус! Мойка вином! Заходите, мойтесь! Подожди, они же там эти машины как бы освещают, моют. Не, не мойка. Под сауну у нас в Кировограде есть такая. Ну это слухи. Ходят слухи, кстати, да. Ну, так, под что? В общем, переформатировал церковь под бар. Так там и так выпивали вино постоянно. Там не Виктор душа владелец случайно. Внутри расставлены столики, освещение. А может это еврейское, может это синагога? Не. Та ну ты шо? Внутри расставлены столики, а священники, официанты разносят людям Библию на подносах. А так это что, бар какой-то? А вы там что спьете, едят? Духовный бар. Ну это духовный бар, конечно. А. Мы стоим, как он сказал, мы стоим здесь, одетые так с подносами, потому что кажется, это единственный способ служить Богу. Поэтому, кроме телятины панировки, которая сейчас отправляется к столику номер 4, мы раздаем здесь слово Божье. Смотри на нашего Юру, он зевает. Это рассказывает, понимаешь? Юра, этот, атеист. Веган. Атеист, да. А тут про мясо. В общем, вот такой вот пастор, вот такая вот церковь хорошая.
Кстати, вы бачили, как у нас зараз... Подожди, у него будет еще курьезные новости. Подожди, это не только... Это прям разрыв будет еще другой. Просто подготовочка. Это просто подготовочка. То есть ты только зарядил свое ружье. Да-да-да, оно выстрелит в конце. А ви бачили взагалі, як у нас зараз росте кількість хворих на коронавірус? Ну, по Україні, не в нас, не в області. Там ми б'ємо зараз добові рекорди. Хто б'є? Ну, інші регіони, не ми. А чому ми не б'ємо рекорди? А ми відстаємо, ми завжди. Відстаємо. Нас про нас забувають просто, не знаю, чому. А Ніколаївська область каже, ми 100 чоловік далі в Кіровоградську, а ми 120 київська, 150. Душак же ж ходив, страдав, що коронавірус, все, карантин, там все, капець бізнесу, все, капець тільки. Договорився, ти думаєш? Так, думаєш, ти добікався з кимось. 100%. Він поїхав в Аргентину к этому пастору. Десятки несеш. Несеш. У нас в Приютовке, рядышком с нами, это чтобы вам было легче потом. Александрийский район, кстати. Полиция нашла поля ничейной конопли. Ничейной. Это так можно было? Причем... Ты шо? Алло, Коля, нас рассекрет. Причем выросла высокая, красивая, благодаря дождикам и солнцем не твой. А прикинь... И они даже посчитали, 1279 кустов. Нормально. Прикинь, Snoop Dogg сейчас такой. Ва, как? Как? Да. А это Snoop Dogg поет, да? Да, да, получается, да. То, что ты сделал. Я думаю, я думал, что это Винник. Что значит ничейная? Ну, что значит ничейная? Росла себе и росла. Сама себе, да? Да. Росла себе и росла. Росты. Ну, 1279 кустов. Я не знаю, это богато или это мало? Представь, парни. Ну, да это до хрена. Крендельца богато? Да. Богато? А что я же был? Ну, нам четверым. Сколько у тебя на балконе растет? 1250. Он бы спросил, но брат убежал. Жека, а сколько? Вернешься, пи***. Жека, ты что? Жека, ты что? Жека, маску одень! Жека, ты что, фамилию поменял? Что значит ничейная? Да. Смешно, смешно. А представь, пацаны ночью садили, потом на утро забыли, где ищут. Найти не могу. Где что? Забыли отметочку на карте поставить, на Google Maps, да? Да, ну это как... Блин, где что-то галочка? Это где-то было это все. Я же вам рассказывал, наверное, когда-то эту историю, как я служил в армии, и нас, естественно, выгоняли картошку копать. Ну, все ж, наверное, там. Вы были в армии? Ты в Белоруссии служил? Белорусская армия. А я человек стеснительный, и я писать не мог прям в картошку. И я, ну, и вообще надо было... Ты его ямку выкопать, я, Витька. И я пошел на лесополосу какую-то там, но нам главное было, ну, шар***ться, просто не работать. И я ушел туда. Мы, почему мы? Понял, Коля, тише. Я и мой товарищ. Напишешь слово шар***ться, это не работает. Перевод. Значит, словать душака. И захожу, такая лесосмуга. Я думаю, а что с той стороны? Я человек, интересующийся жизнью. Выхожу, а там конопляное поле. Причем... И так и пешел. Нет, пешел. Что значит пешел? Чтобы ты понимала, конопля это где-то вот, вот, как тебе показать, какой ты любишь размер. Вот такой толщины. Сенсация такая. Метра, да, сенсация это вот такой толщины. И, наверное, метра 3,5 на вот такой высоты. Погон такой хороший, была. Да? Да, я очень ніколи не большая. Бачила, як вона росте, навіть уяви не маю, як, ну... Ти вже її бачила в готовому вигляді. У Кренделя вона вона бачила тільки в самокрутці. Я ж говорю, вона бачила її таку в готовому вигляді. Ти згадав про Олександрійський район, і розкажу про Олександрію. В силу професії я постійно моніторю новини. Все, що там відбувається, по області. І зараз же останнім часом серед усіх міських голів пішов такий тренд записувати відеозвернення. І кожен тиждень там голова обладміністрації, мери, вони штампують звернення, х**ню несуть, але головне щось це крякнути тоді. Так от, останнім часом Цапюк так само активізувався, і в кінці кожного звернення він вивалює фразочку. Тобто останнє, це вівторкове, що я дивилася, було, наприклад, сказано. Він казав там про коронавірус, пневмонію, і побажав, каже, ну там, бажаю людям завжди температуру 36,6, казав, будьте здорові. Ну і, коротше, потім такий, тидиш, каже, довіряйте. А він так говорив. Каже, тидиш, довіряйте справам. Тидиш, говорить? Ні, тидиш, це я, кажу.
Ти що, як ти передаєш новини? Ти диш. Тюк, ти диш. Довіряйте справам. Це тюк. Бем-бем. По твоїй схемі можна сказати вообще, типу, Ісус вийшов з своєї пастою. Ти диш! Ти диш! Довіряйте друг другу! І так, Бозя! Бозя в конце. Ти диш! І Бозя. Ти диш! Це Олена Данилишин. Ти диш! Добрий вечір! Добрий вечір! Ти диш! Ти диш! Ні, я веду до того, що... І що, давай, я після ти диш вже забив. Ти диш! Ти диш! Довіряйте справам. Довіряйте справам. Звідки воно взялося, хрін його знає. Сіла погуглила. Хрін його знає. А, тобто ти подумала? Да, ну, тобто звідки воно? Откуда взялося справа, так? Бачиш, що в 19-му році там Крендель і... Ой, відставить Кернес. Ніхера себе ти перепутала. Кернес і Добкін? І Труханов. А, Труханов. І Труханов одесно. Євреїв перепутала чуть-чуть. Ну, нічого страшного, нормально. Сорі. Кернес теж свій, давай. Вони там, типу, організували якусь там партію, там, довіряй ділам, или якось воно так називалось, десь так. Ліна, як ти текст по-дебільному не будеш, як-то нормально? Йо-моё. Сделали топ. Ліна, Ліна, все давай заново. Дай новый, а то ты дышишь, уже не слушаешь. Короче, ну на жопу. Ну такие тексты пишут дебильные. Да что ты кричишь, тебя уже тут все боятся. Давай. Фразочки ты пишешь, короче, доверяй ты справа. Ты дышишь, ты дышишь. Я себе представляю такой бигборд, написано «ты дышишь». Це пюк. І додумайся, що він хотів тим сказати? Що хотів, то сказав. Ти диш. Можна питання? Хто такий це пюк? Ви з нього говорите. Це мер Олександрії. Ти диш. А можна вопрос? Ти диш. Олександрія. Олександрія, це скоро буде. Це Олександрійський розріз, знаєш? А это мы стали Александрией. Хотят поделить на 4 района, вы слышали? Да. Знаешь, как Александрия? Легко Александрия? Ориентоваться там в области. Там не Александрии на 4 района, область. Хотят Светловодск наш. Светловодск наш. Светловодск наш, але він буде Олександрійського району. Прикиньте. Так подожди. Будет сколько районов? 4 Олександрійський. Думай. Думай. Дальше. Какой еще будет? Буде тако. Олександрійський, Кропивницький, Новоукраїнський і Голованівський. О, Новоукраїнський? Тобто ти запам'ятаєш тепер райони железно. Так, Олександрійський, Ульяновський. Так, є ще одна новина. Про туалет. Про уборную, я бы сказал. Алексей Хмар. Леша. Да, Лешка. Алексей. Нет, давай не Лешка. Вот он тебе не Лешка. Алексей, я сказал. Вот. Алексей, а это я, может, сказать, это Леша. Алексей, да. Алексей. Вот. Лешка. Хочешь, чтобы подписали петицию про то, чтобы людей пускали в кафе и рестораны на 50 и остальное. Нет, на остальное я не пускаю. А как ты? Простите, а можно? Вы куда пописали остальное? Остальное. Пошел на. Остальное несите домой. Цапюк. Ты дыш. Несите свой. Ты дыш домой. О! Витя, балакируйся. Класно, уже звучит. У меня в туалете висит. Все свое может быть у меня сейчас начала писать недовольная гостья. Начала писать, что у меня в туалете написано. Писать и писать. Писать. Писать мне. Сначала она сделала одно, а потом начала писать, что мы типа оскорбляем верующих в то, что можно сходить в туалет везде. Есть такие верующие, которые думают, что можно пойти везде в туалет. Чувство писающих. Чувство верующих. Чувство писающих. Мы написали, у нас не какают. И она говорила, как можно такое написать, кафе? Я говорю, ну просто нет сил. Мы за этот год поменяли, блин, три насоса по 6 тысяч гривен. Знаешь, мне это говно стоит очень дорого. Сейчас в душах всех своих гостей назвал сырунами. Реально, просто всех посетителей. Я написал, а что мне делать? Ты пойди кушать. Мы писали, у нас пожалуйста, не какают. У нас такие сложные, после нас условия. Не какают. Тяжелые условия. Ну, отнесите в соседнее кафе. Мне. У нас одни принцесски, а они, как знаете. Сука, ну, я знаю, я бачила, вот это шо. Ты бачила? Леша проводив, я подивилася його оцей відосик, який він виклав на ютубі. От, він провірив, там багато досить всяких... Вроді би 40 заведень він пішов. Так, там були і... 40 років ходив, 40 років. Він 20 кілометрів находив, як мінімум, сказав. І як би хотілося вже. Так, як би, і ніс куди міг уже. А інтересно, він в кожному заведенні оставляв? Я не знаю, я не питала. Його навіть в суд пустили, в церкву пустили.
От, а в деякі кабаки його не пустили. Я знав, кабаки. Якої не пустили. Кабаки, мені це нравиться слово. Откуда это у тебя в тебе? Я ж приїхала з села, електричка привезла. А, у вас в кабака. У нас кабак при декабел, блин, сельском. При декабел, блин, сельском. Я зараз хочу представити нашого гостя. Окей? Так, звісно. Можна, так? Ой, там таке це. Для нього караван – це не є верениця верблюдів, а це будиночок на колесах. Він вже об'їздив все, що тільки міг, і знає різницю одного моря від іншого. І тому я хочу сюди запросити Олега Лунгула, караванера з досвідом величезним. Зустрічаємо! Каравани! Ну, в ріки! Значит, що там, за Сіллю или куда? Які каравани ти мала в виду? Ну такі верблюжі ідуть, до нас ідуть і вже прийшли. І от самий головний караванер нашої України, фактично. Караванер. 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 Каравайнер. Это снимает кусту каравана. Конечно, лишнее в этом слове. Но некоторые так и говорят. Каравайнер от слова каравайнер. Каравайнер? Да. Каравай. Каравай, каравай. Каравай. Да, он же так же медленно двигается, как верблюды по пустыне, или нет? Какая скорость передвижения? Если задом, то да. Да нет, если ты тянешь... Опа, шутяки пошли. А если боком вообще... Подожди, подожди. Я... По параллели ехали. Крабиком, крабиком. Я понял вопрос, ловлю на лету. 250 километров до ближайшего нашего побережья морского. Замечательно. За сколько и самое главное, что меня радует, что дорогу Н-14 все-таки в этом году как-то там плюс-минус доделают. Нет. Но я не об этом. Я о том, что такую игрушку можно тянуть там со скоростью даже и прилично. У нас, согласно наших правил, понятно, 80, как ни крути с прицепом. За рубежом это дело может возрасти до 100 км в час. Да. Плюс 20 километров. Плюс 20. Ну, в некоторых моментах у меня были, когда я только начинал ездить, еду, никого не трогаю, на спидометре порядка 140, обгоняет меня подожди, машина. Подожди, 140 ты тянешь что-то? Да, этот прицеп. Это было начало. Обгоняет меня такой чудак, показывает у виска, как crazy. Я такой ему машу, думаю, в чем вопрос? А надо было херня цепилась. Привет! А помнишь, как Питер Бин? Хорошо, что не еду, и прицеп мой обгоняет. Да, а так это же могло быть. Дело в том, что когда я купил первый свой этот дом на колесах... Так, стоп, давай мы цей. Караван – це є будинок на колесах. Люди ж, може, ще й не знають. Да. Да. Почему караван? От двух слов. Кар – машина, и ван – бус. Где-то так. Подожди, ван – це ван. Это было просто. Ван – це ван, это один. Да. $1. Надо платить уже, получается. Теперь понятно, почему караван. Да, понял. Все. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо, Олег. Теперь все понятно. Все, я могу. Караван. Ну, дальше. Нет, ты же можешь задать питание. Да, все. Да. Все, мы разобрались. Теперь дальше рассказывай. Где ты был, что ты бачил? О, я был там, много видел, а там еще больше. Подожди, там это ты имеешь в виду? В Знаменке. В Знаменке, да, проезжал. У меня даже есть фото в Фейсбуке. Слушай, давай сравним. В Знаменке напротив магазина «Соколовский мясокомбинат». Не надо тебе рекламу. Ой, это вообще. Проплоченный сразу. Куча рекламы. Только появился. Реклама каравана, реклама трассы Н-15, Н-14. Европу объездил какое-то количество. Всю? Практически всю. В 1900... О, история пошла. Нет, ладно, в 2012 году мы с товарищем, двумя семьями, у нас было турне по Европе, мы за 4,5 недели проехали 12 тысяч километров по силе 14. Доехали до крайней точки в Португалии, до океана? За Лиссабон, до океана. Искупались там голячком, это была моя мечта. Смочили свои сапоги вот эти, да? Да, да, затушили окурок. Допили бутылку. На океане, да, было очень чудесно.
Слышишь, разница, вот, слышишь? Нормально. Сядь на карты, слышишь? Понятно, что в Европе путешествовать по Украине, наверное, огромная разница, невероятная. Европа. Так. Ну? По ціновій політиці. Він наривається на якусь жорстку. Да? Я всю програму мовчав. По ціновій політиці. На сьогоднішній день, грубо, топливо в останнє час у нас немножко подешевело. В принципі, до недавнього времени стоїмость топлива, що у нас, що там, однакова. По продуктам... Да ладно. По продуктам... Ну, полтора... А газ, наверное, имеешь в виду? Дизель. Ну, сколько дизель там стоит? Ну, полтора евро, наверное. Смотря где, в Италии... Самые дорогие были заправки, там, евро 85. Ну, это на Волге в Италии. Ну, это если ехать там по самым центральным, самым модным автобанам. Если спускаешься с автобана буквально 3-5 километров в соседнее село... А, кстати, в Италии разница есть, если по автобану едешь на... В большом автобусе на этом или на легковой машине? Конечно, оплата дороже. Дороже да. У тебя? Если на большом дороже, на меньшем дешевле. На легковой... все зависит от размера. Конечно, размер имеет значение. Гео такие. Как говорил мэр Киева. Градация идет по количеству осей и по высоте. Ну, короче, в Европе это чистый кайф путешествовать. Замечательно, да. От, але от саме таке шкурне питання. Хто собі може дозволити? Откуда столько денег, да, на это все? Да. Откуда бабки, Лер? Будиночок на колесах. І які в тебе зараз апартаменти? В тебе там все так жик-жик, як показують в американських фільмах? Ну, я стараюсь. Батя, я стараюсь. Да. Вот. Значит, на сьогоднішній день такой домик можна купити. Ціновая політика там починає порядка 70-80 тисяч гривень. Это так. Это будет нормально, несколько будет. Мест для ночлега. Ты сейчас говоришь о прицепе. Да, я говорю о прицепе. Это о прицепе. А, так подожди, потому что, Олег, если, у тебя дом... Я начинал с прицепчика. Так это классно. Это была стихия. Да, и это... самое главное, когда... Первый прицепчик, там прицепы на прокат, вот по 100 гривен. Первый прицеп просто подъехал к МАФу, загорнул, уехал. Удобно. Ну так. Если вообще быть честным, то понятное дело, то это не мой. Все туристы начинали с палаток. Начинали с палаток. Когда я впервые попал, это был 97 или 98 год, в Германию, я увидел эти домики, которые катаются по автобанам, мне так запали в душу, я вот реально прям решил, домины что... эти, да, апартаменты? Ну да, да? Прицепные домики. Пятиэтажки. Они запали мне в душу так, что я сказал так, вырасту, куплю себе. Вот, ну, в принципе, так и произошло. Ты так два метра, куда тебе еще будешь расти? Понятное дело, всегда стремился я к чему-то вот хорошему, большему. У меня появился один товарищ, мой наставник, он старше меня, он из Мелитополя, Евгений. У него на то время уже был автомобиль. Он часто ездил отдыхать там где-то за границу. Я говорю, Жека, возьми меня с собой, я так хочу прокатиться, посмотреть за границу. А он такой смотрит на мой прицепной домик. Ну, понимаешь... Да, ну, я... Говорили, что-то есть. Коля, я попрошу, там домик. Ты же понимаешь, у нас с тобой разные скорости передвижения. Я на машине иду там 130, а ты 80. Зачем мне такие, этот самый? Вот купишь себе машину, потом поговорим. Тут у меня закралась сразу мысль. Да, и мечта. Надо купить автомобиль. Где заработать денег, чтобы купить автомобиль? Вот да, было так. Так и было. Поэтому я планомерно шел к поставленным своим целям и короче, задачам. Он, знаешь, как вот про... Вот, короче, у вас теперь историю машина про, есть, про да, богатство, есть. Про яблоко. Купил, помыл, продал, купил, продал, а потом... А потом миллион только раз упал. Да, потом умер. Поэтому на сегодняшний день я... Приобрел себе автомобиль, это мой уже там третий автомобиль именно дома на колесах. Вот. А что в нем у есть? У меня, в нем, что может быть? В нем может быть все. На сегодняшний день у меня там 6 спальных мест. Ого. В нем отдельная душевая, горшок. А горшок био. Как, с пакетиком? Нет, все смыв со всеми делами. Вот. Как в поездах модных. Холодильничек, как полагается, морозилочка, плита, где можно приготовить. А там лежит, а там лежит, да. Самое главное, а штукатулочка, да. Есть у вас? Штукатулочка?
Есть металлическая на ключике. Мы когда-то приехали в Крым. Крым – это Украина. Ты мав встати. Скажи... И також Європа, да, ще скажу? Ти скажи, как... так. А Україна – це Європа. Все. Приїхали, приїхали ми в Крим, приїхали, і я говорю, ми так, що це за місто? Оленьовка. Оленьовку приїхали, вот. І смотрю, каравани розстоять. Я жені говорю, поїхали, 100% там лунгу. Вот не знаю, почему. Мы едем к этим караванам. Мы просто проехали посмотреть, что это такое Оленевка. Приезжаем, серьезно? Точно, клянусь, приезжаю, лунгу стоит, где-то еще два с тобой кто-то было, ну, по-моему, двое. И это все просто какой-то, ну, я посмотрел, помните «Безумный Макс» этот фильм, да? Вот эти все страшные, все. Я просто понял. Смотри, вот лица, которая... Он счастливый ходит. А я смотрю на этот облик и думаю, мать моя женщина, это же, ну, невозможно. Как можно в этих условиях жить? А к чему это? Ну, сейчас же нормально ты живешь. Я просто не понимаю, как караваны, вот эта тема. Кстати, смотри, просто для бомжей. За 70 тысяч гривен покупаешь вот этот караван, ставишь... Биля Фимы. Биля Фимы и живешь. На то время, когда Виктор приехал ко мне в гости, у меня был таберт двухосный. Длина его была 6,5 метров на 2,50. Если перемножить, то у некоторых такие однушки. У меня вот в Арбатом Запорожье люди жили вдвоем. Семейная пара. А ты говоришь, семейная пара. А если бы ты их не выгнал, через 9 месяцев еще и тренинг бы появился. Пришлось бы прописать. В бардачке, бардачок открывается там, а детская, может, детская. Может, я уже выгнал уже беременную женщину. Да, это очень плохо, Витя. Это очень. Пойди, извинись. Пойди, конечно. Надо их найти сначала. Там где-то в каком-то домике живут. Слушай, ты же побачив світ, пате. Ну, а я ему давно говорил. Ты побачив світ. Де би ти хотів, ну так от, щоб зупинитися і все. Припаркувати. Так. Да. Кропивницькому. Припаркувати. Знаете, бросить караван. Якорь своего домика. Это пословица, что везде хорошо, да? Дома лучше, это однозначно. Плюс мне еще мой товарищ давно говорил, что Кировоград, ныне Кропивницкий, понятное дело, имеет очень хорошее географическое положение именно в Украине. Логистично. В Украине, да. Ну, центр. Сюда никто не приезжает. Надо, пожалуйста. Рабочий Предосудены. Красты не могут, понимаешь? Ну, не можешь. Надо в Карпаты. Вот тебе рядышком. Надо на моря, вот тебе туда. Надо в столицу. Надо в Знаменку вообще. Карпаты рядышком. 900 километров. Море 300 километров. Ровно посередине мы находимся. Если бы мы в Харькове жили, это было бы печальнее чуть-чуть. Да, согласен. Да, согласен. Последнее время, несколько лет, я путешествую по Греции. Бляха-муха, это круть. Шикарная, Греция, это просто шикарная круть. Страна. Это с такими пейзажами. Там рыба. Осенью прошлого года один из моих одесских товарищей получил шкиперскую лицензию. Это товарищ, кстати, Гордона. Вот. Друг Гордона? У него тоже все друзья товарищи. Мы забронировали небольшой катамаран и прошлись, просмотрели эту всю красоту с воды. С гротами, оце все. С гротами. А домик рядом плыл с катамараном? Домик, да, стоял. Тянули. Вот, очень впечатляюще. Особенно по... Море называется. А, дрожь. Вода. Рыбалка шикарная, просто шикарная рыбалка. Конечно, это все лицензировано, но мы так, тихонько. Электроудочка. Кинули динамитом. Так мы посадили первый аккумулятор. Да, катамаране, да? Спасали солнечные панели. Ну, возвращаясь к тому вопросу, что есть в домике. В домике есть все необходимое. Понятное дело, вспоминая тот анекдот, когда одни продали авианосец, а вторые по чертежам собрали и получился бронепоезд. Это в чем дело? Увольняли, принимали, потом в конце концов там маленькая звездочка, такая приметочка написана. Если вы собрали наш авианосец и у вас получился бронепоезд, пожалуйста, доработайте все напильником.
Поэтому ты дорабатывал все напильником. Все те дома, которые были у меня, вне зависимости, прицепные или это вот самоходные, однозначно под наши условия их надо дорабатывать. Не нужен напильником. Да, почему? Инфраструктура. Там какие-то прилипы, лепнину. Шпалеру там. Машаники, как тут делать? Молдаване штукатурят это все дело, да? В туалете плиточку. Насчет плитки есть такие уникумы, которые там... Плитка, это все заходим, конечно, до первых там 50 километров отъехать. Потом это все... Сеть кемпингов по Европе очень развита. На протяжении там 20-30 километров по любому автобану всегда можно найти какой-то кемпинг, стоянку. А в нашей стране? Стоянку. А где, стране... где кинул якорь, там и? Там и будет, а да. У нас возле дома своего и потом уже аж во Львове. Вам о, кемпинг в Праге. Во всех кемпингах, понятно, там туалеты, душевые, стиральные машины, то есть бросил денежку и так далее. Каждое место заборчиком живым ограждено, подключение электричества, вот тебе вода. Поэтому те дома, которые у них, они не запасаются там водой. Им там буквально там помыть руки, сполоснуть посуду, там может быть чашку помыть. В наших электроэнергия, вот я ткнул розетку, все замечательно, все работает. В наших условиях, когда хочется там где-нибудь приехать там на Бусский каньон или там Букамель, к примеру. Знаменский водопад. Знаменский водопад. Знаменитый. Магнит Кировоградской области. С электроэнергией немножко напряжно. Генератор, нет? Поэтому генератор. Жуки вот эти, знаешь, кидают на... Светлячки, чтобы они летали, освещали. Я думал, что бросают кошки на провода. Кошки на провода, конечно. Это дрова. Кошки заканчиваются. Слухай, як взагалі родина відреагувала на твоє таке захоплення? Ну, я розумію, ну, жінці потрібен комфорт. Тобто вона хоче спати в гарнесенькому, там, комфортному ліжечку, вона хоче встати, там, прийняти душ, там, всі діла, гарно вдягтися, а тут якась, поїхали. Так там все є, тобі ж розказали. Ну, але в першому, я так думаю, там не все було, не повний перший. В перших? Туалет її нормально. З душем були питання, условно. Його не було. Джакузі не влазило. Вроді як і да, а вроді як і ні. Таке відро на себе вивернути? Ні, абсолютно. Я ж говорю, ми завжди дорабатували це діло напільником. Є спеціальні палатки. Така палатка-душ, вона 2 з копеечками, вона віддільно швидко ставиться возле домика, витягується лейка з кнопочкою, і ти себе свободно приймаєш душ. Вообще легко. Ну, єдине, лейка з душиком. Да. Поэтому всегда, понятно, хочется чего-то лучшего. Сегодня у нас полноценная душевая. А туалет, знаешь, какой у них? А есть правильно машинка? Да. Душак, возьми. Да. Тебе небольшая, маленькая машинка. Купил ее 2 года назад. Она очень легкая, она специфическая под эти все дела. Там порядка на 3 килограмма загрузки. А знаешь, какой туалет? У них унитаз такой, ты выносишь, ставишь на песок. Ямку выкопаешь. Выкопаешь ямку, робишь с досок. Унитаз снял, загреб. Чтоб тебе не видно. Поднял так ногой, загреб ямку, переставил соседнюю ямку. В первой машине с душем была проблема, но когда поставили, неудобно рулить было. Ветром подсносило. Есть такой пункт пропуска между Польшей и Германией. Вот, они любители. Караванеров? Любители вообще номеров, ага. Украинских и так далее. То есть там бывшая таможня, такой съезд с таможней, и стоят полицейские машины, так вот ряд одна за одной. И ты тут едешь пристегнутый, все, очки снял, все открыл. А очки зачем снял? Чтобы лицо было видно, что ты... А, что ты меняемый, да? Меняемый, да. Едешь, они тут тебя быстренько просекают номера, пробивают по всем базам, по всем штрафам, что, где, куда, где заезжал. Отпускают тебя километра на полтора. И потом стреляют. Потом выезжают на машиночке, догоняют тебя культурненько, пристраиваются сзади. Опять там продолжают вычислять на компьютере. Потом пристраиваются сбоку, показывают тебе жезлом, типа, алло, приостановись. Ку-ку. С опережением пристраивается впереди идущего автомобиля, у них загорается табло, как на самолетах. Да, да, follow да. Me, you are welcome. На ней, да. Пойдем со мной. Следуй за мной, да. Буквально там еще 300-400, они тебя свозят с автобана и
бывает полная проверка. Документы, вещи, топливо. И навіть речі вот. Перевіряють? Прям перевіряють, перевіряють? Да. Прям ковыряются в ні, просто, Лена, подивилась. У них два полицейских. Трусы есть, нормально. Иногда приезжает таможенник, который там... Может, холодильничек заглянуть, посмотреть, промерить. А, то есть, пивко холодное быть... или нет? Так, вискарик-то капец. Вкусный или нет? Почекай, еще питание. Я просто хочу уже... Сейчас, интерактив буду, сейчас. Ну, сейчас, ну подожди, сейчас ты получишь. Что, у тебя губы уже напрягли? Видишь, что ты цього літа в умовах карантину куди збираєшся їхати? Тебе випустять кудись чи ні? На Знам'янський водопад, понятно. Ну, этим летом, после Знам'янського водопада... Александрийский, да. И... Я думаю, что на недельку где-нибудь на моря. Гайворонский стадион. У нас в прошлом году. Ульяновское море. Известное, легендарное. Белое. Наша компания путешественников создала свой сайт, создала свой клуб, клуб караванеров Украины. Класс. Один из наших коллег взял в аренду... Мой друг. Тот, который получил шкиперскую лицензию, и он, кстати, повар от Бога. Он там этот самый... Мы тут все от Бога. Что ты шапочку снял? Тики от разных богов. Не-не-не, Бог один, от разных богов. Я просто знаком. Я один из родственников бати. Он организовал недалеко от Очакова на одной из баз клубный кемпинг. Вот, поэтому хотелось бы навести. Да, думаю, на недельку. А за кордон, как Бог даст. Думаю. Ладно, поедете. Ладно. В сентябре. Як Бог дасть, зараз буде у вас інтерактив. Як Бог дасть, то получить пописку, а хто ні. Наш інтерактив полягає ось в чому. Ставлю три питання. Я задаю. Перше розігрівочне. Олег должен отгадать. Если он говорит, да. Отвечает если правильно, он меня шлепает по губе. Если он отвечает неправильно, то я его. Я не знаю ни вопросов. Шлепай, но не и самое губе. Главное, что от меня ничего не зависит. Если ты отгадал, то я страдаю. Если ты не отгадал, то страдаешь ты. А я кажу, чи правильно, чи не? На, держи резинку. Одевайте резинку. Мы одеваем резинку. Вот так, смотри. Вот так, да, вот. Одевай. Ой, блин, какие они жесткие. Влиза. Вот, смотри, вот сюда, вот сюда. На губу. Не-не, на губу. Подушки. О. Вот так, да? Да. Ой. Мои шмырывки. А можно еще одну снизу? Можно. Может, Витя тебе по носу бить? Пластическая хирургия у Вити Душака. Хорошо. Приходите. Ой, Витя, больно. Кстати, а можно я другую резиночку достану у меня тут? Нет, не надо это. Побольше есть. Не надо, не надо. С трусиков получается. Перше питання. Розігрівочне. Я только так подержу. Хорошо, подержай. Витя, косинус числа. Розігрівся. Так, столиця Білорусі. Мінськ. Витя, получає. Мисли! Это не по сценарию! Сложно. Оттянул и отпустил. Но предупреждаю, это очень больно. Бей, Олег, ты да. О, да, детка. Не сильно. Стой. Не сильно! Не сильно! Ну, зачем ты поставил? Зачем ты палец поставил, Олег? Я, чтобы не убить друга. Блин. Так он палец поставил, а потом палец отпустил. А так было бы. Давай по-нормальному. Они так бегут разговаривать, да, ребята? Не-не-не, все. Второй вопрос. У нас всего три вопроса. Один слава богу. Другое питание. Столица Беларуси. Столица Польши. Другое питание. Что такое равлик? Равлик – это ник одного из клуберов в нашем клубе Украины. Это раз. А второй равлик – это улитка, которая ползает по травке со своим домиком. Правильно. В смысле правильно? Равлик – это... Вот это название этого каравана или нет? Ну, домика наконец-то. Да блин, он меня жалеет, слабак. Я не буду тебя жалеть. Ничего страшного. Так, ладно. Блин, ну это уже больно, ну. Третье питание. Кто? Вопрос. Нет, сиди уже. Дикуны. Это дикие люди, которые не умеют...
сказать элементарно «здравствуйте», когда заходят в столь прекрасную компанию? Нет. Ты как будто сейчас сидит, тут столбок, поляна закрытая, он такой тост говорит. Нет. Такие логичные. Ответ неправильный. Неправильный. Кто такие дикари? Дикуни є два варіанти відповіді. Це самостійні туристи. І друге, це є людська цивілізація. Ви людська... знімайте так. І ще є третє, ну, це голі люди. Він думав, що я його пожалію. Да. І що? Коля показує дуже оленя. Отчество Віктора Олексійовича дуже оленя. Хватить, Лося показує. Все, Олег, знімай. Літо вже в розпалі. Я всім зичу, аби ваші мрії збулися. І не зважаючи на карантин, ви нарешті змогли кудись виїхати і поподорожувати. Маєте свого равлика, їдьте. Не маєте свого равлика, їдьте користуйтеся громадським транспортом. Маєте але обов'язково всім гарного відпочинку. Все цьомки до наступної неділі. Люди! Все хорошо.